Смотрите, ребят, тут такой момент. Хочу мысли свои протранслировать. У нас машина вот стоит на растяжках, да? Я отдельный ролик длинный снимаю, горизонтальный, длинный, вот про этот автомобиль, про этот ремонт, поэтому позже его увидите на канале. А пока что хочу сказать. Вот у нас замят сильно сильно кузов, да? Естественно, меняется тут четвертина, все это меняется, но многие могут задать вопрос, а зачем ты его растягиваешь сейчас? Зачем вы его тянете, если все равно это все менять? Я такие просто комментарии встречал, не просто так это говорю. Объясняю, ребят, все равно, даже если это все менять, сначала это надо вытянуть. Во-первых, там напряжение снять, да, после удара. Даже если не напряжение, тупо чтобы доступ был нормально где-то высверливаться, да, ну, все зажато, просто есть некоторые точки, которые просто не высверлить, они сейчас внутри зажаты. Поэтому это все надо по максимуму назад вернуть, вытянуть, а потом уже высверливать, выкидывать и менять на новое. И вот такое новое у нас стоит. Вот, представьте, сколько здесь нового. Точнее, БУ, но целое.